можно же на себя работать. Я вот думаю, ну как это на себя? Что это надо сделать вообще? Как это вообще работает? Собрать крутую команду, вложиться в них, вот через них вот этот весь бизнес провести. То есть ты для задачи его берешь? Я говорю, да. И ты не спросишь, за сколько по времени он окупится? Так, мне надо сегодня уколоть ботокс. Куда же мне пойти? Никогда у меня не было ни плана, я не смотрела ни статистику, у меня никогда не было никакого СММ. Здравствуйте! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Масштабная личность», и у нас в гостях Ксения Плотникова, генеральный директор и основатель клиники «Галерея красоты» by Ксения Плотникова. Ксения, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня для нашей мужской аудитории, где не очень часто бывают женщины-предприниматели, мы бы хотели поговорить о бизнесе, о том, как женщина строит бизнес и какие отличия есть в построении женского бизнеса и мужского бизнеса. Первое, что бы хотел спросить, Ксения Плотникова, это кто? Это, ну вот честно, это просто большая положительная энергия, которая работает для людей во всех сферах. Вот, наверное, так, да. Какие сейчас проекты у вас? Сейчас начали проект, это франшиза Magic Total Black, это одежда полностью черного цвета. Уже открыли несколько городов, первыми открылась Москва. Достаточно большой магазин открыли. Сейчас открываем в Новосибирске дизайн-пространство. Это будет тоже полностью черная одежда. Это будет люксовая оптика, это будет люксовое нижнее белье. Буквально там в течение 2 недель откроем на Пхукете. Так получилось, что открыли, да. Нашла пространство, думаю, пойду к ним просто схожу. Вот, ну, на самом деле так было, думаю, куплю себе что-нибудь. Ну, зашла, смотрю, все понравилось, девочка такая хорошая. Переговорили, я говорю, хочу у вас встать. Она говорит, да давайте. Все, это буквально через неделю мы встали туда, и все. Вот сейчас там будем масштабироваться. Так, окей, Total Black, что еще? Это медицинская одежда by Ксения Плотникова. Это одежда для докторов, удобная, красивая, очень стильная, из качественных материалов. Непривычная для обычной медицины, но такая больше привычная для бьюти-индустрии, но... Доктора ее полюбили, потому что все хотят быть необычными, выделяться, не хотят уже обычные белые халаты, мало кто их носит. Вот, это одежда. Это мои бады, Липолайф и Пробады. Это огромная уже линейка качественного сырья, очень качественного. Допустим, Омегу мы берем сырье с Норвегии. Пробады, у меня такая тема. Вот изначально я каждый продукт создаю для себя. Вот это так и есть. Не то, чтобы типа насыпать что-то и человеку продать, и как бы заработать на этом. Если я так буду думать, ко мне никогда не придут деньги. Вот в моем случае. Я думаю так, мне хочется качественного продукта. Допустим, для ребенка не могу найти витамины. Создали витамины. Омеги хорошие нет, реально нет хорошей омеги. Нашли поставщиков, создали хорошую омегу. Понимаем, что сейчас очень много женщин борются с лишним весом, например. Понятно, что просто так ты не выпьешь таблетку, не похудеешь, но в целом в комплексе разработали БАД, который способствует нормализации процессов в организме. То есть улучшает состояние, там, улучшает состояние подкожно-жирового слоя, эластичности кожи, снижает аппетит, но не на уровне каких-то жестких БАДов, которые используют спортсмены. Нет, конечно, такой легкий БАД, но он позволяет женщине достаточно быстро похудеть. Форменные элементы, допустим, микроэлементы, мы все это создали, они очень высокого качества, они прошли все проверки, мы их испытывали, я лично на себе каждый испытывал. Каждый БАД, то есть в течение года мы испытываем, потом только его даем людям. БАДы я создавала, основываясь на том, что нужно моим пациентам. То есть я понимаю, в анамнезе есть там недостаток микроэлементов, ты думаешь, ну что им прописать, какие продукты, чтобы там не навредить. Вот, у меня теперь есть БАДы, которые мы начинаем уже как нутрициологи прописывать. Что еще? Инвестиции. Изначально создала свою криптовалюту. Но это было тоже как просто, ну типа, у кого-то же есть криптовалюта. Ну, надо... Да. 3 года назад вот создали криптовалюту. И вот что-то там, так потихонечку, там, здесь, вот, вложилось там еще в определенные позиции. И это на такой, на долгосрок. Рассматриваю сейчас тоже, после того, как завершу все процессы в Новосибирске, хочу инвестировать в недвижимость где-нибудь в другом месте, не в России. Благотворительность, кстати. Вот эту тему вообще я поднимаю, мне кажется, уже не первый год, что нужно помогать. Я содержу несколько приютов, помогаю волонтерам. У меня на содержании несколько собак,
который мы там подобрали с улицы, там, с печальной судьбой, все, что необходимо, дом, передержки, все-все-все, я им обеспечиваю. Если кратенько пройтись по тому, от начала пути, там, я так понимаю, мы от 2013 пойдем года, вот, и до конца 2023, ну, или до начала 2024, то можно ли какие-то краткие ключевые вехи, которые проходили по пути к сегодняшнему дню? Через бизнес. Ну да, вот 2013 год, это у нас был год такой самопознания, что же такое бизнес, потому что изначально я была наемным работником вообще, в принципе, и шла как наемный работник. И потом вот мне в голову внедрили идею, то, что можно же на себя работать. Я вот думаю, ну как это на себя, что это надо сделать вообще, как это вообще работает. И вот мой партнер, она говорит, вот можно там вложиться, например, напополам, да, и вот открыть. Там, ты будешь заниматься направлением косметологии, набирать людей, сама работать, там, я уже там административные какие-то моменты. И вот так мы открыли первую клинику эстетика. Очень она была популярная в 2013-2014 году, то есть я ворвалась, можно сказать, на волну, на пик, наверное, косметологический вообще в России. Я одна из первых начала делать фото до и после. Это 100%, это доказательно. Ко мне начали ходить люди, у меня запись уже, наверное, на первых двух месяцах была, ну, за три месяца была запись тогда. То есть тогда уже было, как так может быть. 2013 год, он дал большой толчок, на самом деле. Когда партнер решил, ну, не очень честным путем разделить бизнес, даже не разделить, а просто кинуть. Ну, вот, такое бывает. Тогда я пыталась это все как бы там вернуть, что-то сделать, что-то доказать. А потом я подумала, ну, я дальше пойду, и будет еще круче. И так и получилось. И у меня началась просто, мне кажется, второе дыхание, вторая волна. Я собрала всех, с кем я работала. То есть они ушли все за мной, они не остались там, хотя ушли в никуда. Мы ушли вот просто на улицу с пациентами, потому что все это случилось за один день, когда партнер мне сказал, что все, ты завтра уже не приходи. И как бы никто не приходит, все, это мое. А у нас там запись полная на несколько месяцев вперед. И мы просто ушли на улицу. На самом деле. И первое попавшееся объявление была аренда там какого-то помещения. И мы туда позвонили, пришли просто в этот же день. И через день мы всем пациентам позвонили, сказали, мы будем принимать здесь. Вот. Потом уже я взяла аренду еще одного помещения. Мы расширились, начали закупать аппараты, препараты. Начали очень много ездить. Я начала ездить очень много на международные конгрессы в Монако. То есть каждый апрель, вот больше 4 лет, я летала в Монако на обучение. Очень много вкладывала в свое развитие, в развитие своей команды. Но вот в голове у меня все-таки было осознание того, что я хочу свое пространство для вот, моих пациентов. Не знаю, как объяснить это. То есть я не хочу на них заработать изначально. Я хочу, чтобы женщина наслаждалась тем, что она получает от меня. Отдавая вот это наслаждение в виде энергии мне, а я отдаю свою работу, ну и тоже энергию определенную там, пациенту. Что нужно наработать человеку да, для того, чтобы стать предпринимателем? Я думаю, все-таки это определенное сознание того, что ты хочешь. Когда человек идет в бизнес, если он хочет чисто прибыли, чисто денег, вот моя точка зрения, ничего не получится. Сейчас эра людей, эра взаимодействия. Если ты идешь, вот как мужчина, допустим, идет, открывает клинику, говорит, так, вот, значит, у меня такой-то бизнес-план, я должен столько-то заработать, так вы там давайте работать, почему вы не работаете, почему у вас нет записи? Люди будут угнетаться этим, они никогда не дадут тебе 100% результат, никогда. А когда ты идешь с точки зрения людей, собрать крутую команду, вложиться в них, вот через них вот этот весь бизнес провести, они будут думать, что они главные в этой игре. И тем самым будут давать тебе 100% результаты. Вот в моей команде так. У меня нет текучки в течение 10 лет. Все доктора очень быстро выросли, благодаря тому, что я им даю свободу выбора, свободу действий. Но при этом они получают, я получаю 100% результат, и они получают 100% результат. Они видят, как они растут, как клиника растет. И за счет этого я получаю больше, те же пытаются... Там у меня расспросить, есть такие. Приходят там, ну что, как бизнес, так, что новые аппаратики. А вот этот аппарат вообще сколько приносит? Что? О чем ты говоришь? В смысле, сколько он приносит? Это инструмент, которым я работаю.
а за сколько он у тебя окупился вот по времени? Я знаю одного такого человека-предпринимателя, у которого очень крутая клиника в Москве, в Питере. Есть такой врач, он сейчас стал просто вот управленцем своей клиники. Он то же самое. Я пришла к нему, там мне надо было по лазеру узнать, там, смогут они его привезти, не привезти, в общем, сколько он там стоит. И мы с ним сидим, разговариваем, он говорит, а тебе вообще лазер зачем? Я говорю, ну вот, хотелось бы решать вот такие-то задачи. Он такой, опа. То есть ты для задач его берешь? Я говорю, да. И ты не спросишь, за сколько по времени он окупится? Я говорю, нет. Он такой, вот ты, нашел я тебя. Я говорю, в смысле? Он говорит, так я пытаюсь это рассказать людям, что это инструмент, за счет того, что это инструмент, он приносит много денег. Если ты начнешь просчитывать, ну, ничего не выйдет, ну, реально, ну, в смысле, за сколько аппарат у тебя окупится. И он, вот тоже с точки зрения вот такой политики, вот он построил свой бизнес, причем очень крутой, очень успешный, у него огроменный штат докторов, хирурги, косметологи, огромная школа косметологов в Питере. И вот мы с ним разговаривали, я поняла, вот, кстати, вот он похож на мои темы, вот моей вот этой какой-то энергии, что он берет именно инструментами, а не тем, что вот он купил за 20 миллионов этот аппарат и ждет там, пока он окупится. Не будет так. Ты им просто покажи, какие результаты они могут на этом аппарате получить. И они загораются. У них загораются глаза, они такие, о, все, так ищем шрамы, сейчас будем шрамы всем лечить. То есть вот через это нужно заходить. И в любом бизнесе так. А если вот этот навык как-то бы назвать, ну, типа, людям для того, чтобы стать предпринимателем, нужно идти в бизнес не за деньгами, а за идеей, скорее всего, что-то делать во благо. Вот это моя позиция. Можно ли назвать эту идею как служение? Да, 100%. Для людей в плане чего-то? Да. То есть, если ты хочешь обмануть, сейчас это очень быстро, ну, прекращается. То есть, ты можешь заработать какие-то быстрые деньги, да, на обмане. Но это будет быстро, кратковременно, недолго. Никто тебя не вспомнит и вообще ничего этого не будет. Когда ты идешь с целью добра, на самом деле, с идеей помочь, с идеей служить, я всегда говорю, вот я прихожу на работу, я же работаю не только как вот собственник, а я работаю как специалист. И все мои пациенты – это уже люди, о которых я знаю все. И они знают то, что я никогда не буду рассказывать о них что-то там другим. Они ходят с семьями. В общем, вот доверие, помощь и служение людям, да. А если вас взять из клиники, забрать и куда-то в другое место, клиника останется также с теми же оборотами, с той же клиентской базой, на том же уровне качества? Вот сейчас проверила это. Впервые уехала на месяц. И как? Вообще все то же самое. Абсолютно. Потому что есть моя энергия, люди доверяют, люди идут. Мои пациенты идут к моим докторам, потому что у них есть назначение. Нет такого, что она... Так, мне надо сегодня уколоть ботокс. Куда же мне пойти? Нет. У нас это все, то есть ведется пациент. Она знает, я уезжаю на месяц, у нее уже расписаны процедуры. Она знает, она пойдет там к Марине Александровне, сделает то-то, то-то, потом возвращаюсь я. То есть это правильность ведения бизнеса. Мы должны пациента не то, что не отпускать, мы должны ему давать возможность понимать, что он никогда не будет брошен. Он будет вестись в любой ситуации, он будет рассмотрен, там, не знаю, обогрет. А какое вообще желание про масштабирование этого бизнеса? Есть ли желание масштабирования именно клиники косметологии? Да. Ну, там, типа, собственные точки, франчайзинговые, расширение действующей? Нет, франчайзинг точно нет. Тоже объясню, очень много предлагают, хотят взять, да, там, франшизу именно клиники. Нет, клиника – это вот я, это моя команда. Здесь и сейчас не будет меня там, в какой-то клинике. Будет идея, но не будет вот этого духа, я не знаю, как это объяснить, моей поддержки, визуала, то есть я должна это все видеть, слышать, и люди должны меня видеть и чувствовать. Нет, расширение в виде еще больше клиники, да, но нету, вот мы год ищем помещение, на самом деле, нет подходящего, который бы я хотела купить. То есть она в единственном числе будет? Она в единственном числе. И останется в единственном числе? Да. Будет масштабироваться просто, скорее всего, хирургическое отделение, стоматология – это будет терапия и хирургия. Сейчас у нас терапия, ортодонтия, косметология, лицо, тело, просто расширение штаба врачей, потому что у меня есть студенты, которые ждут все-таки, когда они встанут и уже будут работать. За какими цифрами вообще следите в бизнесе? Ну, типа количество посещений, оборот, чистая прибыль. Что? Зачем наблюдаете? За оборотом всегда. Количество посещений
Да, раз в неделю у нас есть программа, которая показывает количество посещений сайтов, наших страниц там в социальных сетях, набор в поисковиках, сколько пришло, сколько пришло примерно, то есть вот от той цифры, и я сверяю, например, цифру за месяц, вот сколько вот от цифры, которую набирала там у нас, пришли, допустим, к нам в клинику. Я бы, конечно, цифры назвала, но там они прям огромные. Иногда, да, смотрю и думаю, вообще, что? Даже вот в неделю запросов на клинику, ну, их там бесчисленное множество. В неделю было последний раз, по-моему, 83 тысячи. Сколько-то там, не помню. Ну, в общем, огромные цифры запросов. За этим сижу, да, больше обороты и приходы, и поиск нас в поисковиках, в картах и так далее. Зачем женщине становиться предпринимателем? Опять же, есть предположение, что предпринимательство больше мужская природа, чем женская. Я думаю, что кто-то хочет самореализоваться в этом, хочет что-то показать, доказать. В моем случае это было как будто само собой разумеющееся. То есть это вот как-то шло и шло. Ну и все, и вот я плавно в это вошла. Я не думала о том, что так, сейчас я стану предпринимателем, я буду главной, и вообще я буду везде главной. Нет, просто у меня это шло плавно, я в это вошла, я это приняла, и все как-то вот так. Женщина-предприниматель должна быть сильной? Должна быть сильной, но она должна делегировать пространство, где она должна быть сильной, где она должна быть слабой. Если женщина будет сильной дома, то ну, будет очень тяжело ей построить семейную жизнь. Если она будет понимать, что она на работе, в бизнесе сильная, приходя домой, она слабая, то будет прям вот все как надо. Она состоится и как мать, и как жена, и как бизнес-вумен и так далее. Вот есть такое мнение, что хороший предприниматель – это очень плохой политик. И наоборот, хороший политик – это очень плохой предприниматель. Один должен делать и в действиях доказывать, а другой должен как бы, да, больше говорить, презентовать, показывать. Есть ли у вас какая-то склонность к политике? Вот, нравится ли вам какая-то общественная деятельность? И ну, вообще в той стороне себя видите? Было предложение как-то. Да, попробовать, на самом деле, это было вот год назад, попробовать себя в политике, пойти в депутаты и двигать тему тоже предпринимательства, в общем, что-то вот об этом какой-то разговор был. Я считаю, каждый должен сидеть на своем месте, вот так. Я сижу на своем месте, делаю это хорошо, кто-то сидит в политике, делает это хорошо. Конечно, у меня и так много везде, но нет, все-таки политика это не мое. У вас очень большая публичность, как бы, да, то есть жизнь очень публична. Публичность вам она для чего? Опять же, она не мной созданная, ну, не хотела я этого, так скажем. Это все вот как-то само происходит. Вот мне кто-то недавно тоже спросил меня, а как ты развиваешь страницу? А вот есть какая-то, кто-то тебя ведет? Никогда у меня не было ни плана. Я не смотрела ни статистику, у меня никогда не было никакого СММ. Я вот просто вот выкладываю, вот что вот есть по жизни, то и выкладываю. Никогда даже не думала, там, какие картинки там должны быть, не должны быть. И здесь с популярностью также. Я не знаю, почему я так действую на людей. Не могу это объяснить. Но в любой точке мира, где бы я ни находилась, обязательно подходят люди. Обязательно говорят, что они меня знают. То есть популярность, она как-то вот сама пришла и идет со мной по ходу вот уже по жизни и нарастает причем. Но вы не препятствуете? Нет, я просто вот принимаю то, что происходит. И окей. Спокойно к этому. В чем помогает? Ну, в чем-то помогает? Помогает, да. Помогает, когда вот какие-то ситуации возникают, когда мне нужно помочь человеку, у меня не раз такое было. И я понимаю, что у меня везде есть какие-то вот люди, знакомые, которые ко мне хорошо относятся, я могу о чем-то их попросить. И вот помочь там, например, кому-то человеку, да, вот моя популярность в этом помогает, что во всех сферах меня знают, и очень много друзей у меня во всех сферах, и все хорошо ко мне относятся, ну, видимо, как-то так. Действительно, когда много подписчиков и есть публичность, то, как правило, формируются кумиры. Наверняка есть среди подписчиц те девушки, которые видят кумиры, ну и которые хотели бы быть похожи. Да. Вот. А есть ли рецепт, как стать Ксенией Плотниковой?
Вообще, я считаю, не сотвори себе кумира, это факт. Я всегда думаю о том, зачем, почему люди не хотят быть индивидуальностью, например, не такими, как все, и быть на кого-то похожим. Я это не одобряю, и стать мною невозможно. Ты не будешь ей. Невозможно ей стать. Но, наверное, первое, почему? Потому что мало кто имеет такую работоспособность, как я. Работая 24/7 онлайн, как специалист по 13 часов в сутки, я могу стоять каждые 15 минут, у меня пациенты, и бывает их до 50 человек в день. Я думаю, ну никакая девочка не захочет это делать. Они оденут мою одежду, они, может быть, будут похожи на меня, но один день, проведя в моей шкуре, они скажут, нафиг мне это надо вообще? Не, у меня ноги болят, не. Вот, поэтому никак. Не станешь. Ну, получается, одна из составляющих – это твердый характер и большая работоспособность. Да, трудоспособность просто величайшая. Когда вот в декабре у меня получается, по-моему, с 16 по 19, да, я приняла больше 300 человек. Да. То есть вот за там 4, грубо говоря, там дня. И это вот так. Я выбираю человека, а не себя. Да. То есть мало кто из людей захочет так жить. И касательно бизнеса, женской одежды, да, и прочего, там в планах по масштабированию какие планы? Ну, женская одежда – это франшиза сейчас. Уже действует, да? Да, у меня тоже большая команда, которая работает. И продается? Конечно. То есть у меня каждое мое направление, по каждому направлению работает команда. Я просто это все наблюдаю, подсказываю, контролирую, но это работают вот много-много человек в каждом направлении. По одежде это франшиза, по БАДам сейчас это расширение линейки, это выход на большие сети магазинов, фитнес-магазинов, скорее всего, да, уже сейчас мы подписали контракт с одним магазином. Хочется мне запустить все-таки свое производство здесь, именно завод. Сейчас тоже был форум, бизнес-форум по поводу того, какие топ-бады будут сейчас на пике в течение 5 лет. Мы, послушав, поняли, что есть определенные позиции, которые в течение 5 лет будут возрастать в линейке БАДов. Очень заинтересовались этим, и сейчас ищем заводы, которые смогут нам состав такой сделать. Вот, кстати, да. И сейчас вот этот БАД, если мы разработаем, то он внедрится, я думаю, в течение 1-1.5 года, наверное, так. Вот, это будет новый БАД в линейке. Сейчас вот мы запускаем онлайн-проект спортивный, например. Пока не сказал, потому что вот он только мы начали. Вот ну, просто, вчера стоит. Да, ну просто вот сидела такая, так, надо вот это, и все, и понеслось, понеслось, все, я там всех начала бодрить. Все это вот как-то раз-раз-раз-раз-раз. И все, и вот оно уже сейчас вот. Сарычев неплохо на этом зарабатывает. Ну, опять же, вот честно, вот какой-то я не про заработок. Оно будет идти, я знаю. Но я хочу, чтобы, вот, допустим, домашние тренировки, чтобы мамочки, которые, ну, не могут найти время, они вот круто позанимались дома, правильно позанимались дома, например, получили результат. То мне писали там, Ксюша, это так классно, это же вообще ты. Такое делаешь, спасибо, как вот с БАДами. Я буду головой это все масштабировать, там, руководить, направлять, быть в этом частично со своими пациентами и в своих проектах везде частично, но они будут работать. Но я сейчас хочу пожить для себя, для семьи, вот так я хочу. У вас, мне кажется, есть суперспособность интуитивно находить растущий рынок. Да, вообще, вот как-то есть такое у меня, я прям чую. Да, что интуитивно, да. Типа там рынок, фигась, вот. Да, такая, захотела БАД, раз оказывается, что я такая уже на волну попала, и вот это все тогда. Да, у меня есть знакомый просто, который там, например, всю жизнь занимался тем, что продавал по франшизе магазин спортивного питания. Вот. А потом зашел в БАДы и за 1 год заработал столько, сколько за 10 лет да, продавал да, да. Там спортивное да. питание. Вот. Ну и одежда сейчас тоже там, да, там развивается. Поэтому, наверное, суперсила, наверное, вот бывает такое, когда спрашивают, какая суперсила. Если бы у меня спросили про Ксению Плотникову, я бы сказал работоспособность и интуитивно находить да. растущие рынки. Очень крутое интервью. Спасибо вам большое. Очень Пожалуйста. Приятно было посидеть. Да. И мне.